Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировский бизнес спросил губернатора, когда отменят масочный режим. Это произошло на встрече кировских предпринимателей с руководством региона, посвященной Дню предпринимателя. Бизнесмены отметили, что кировчане требования носить маски почти не соблюдают, а сотрудники организации вынуждены это делать под угрозой штрафов. Игорь Васильев ответил, что сейчас рано говорить о полном снятии всех санитарных правил, так как ежедневно в каждом регионе выявляются новые заболевшие. Он рекомендовал всем вакцинироваться, чтобы выработать коллективный иммунитет. Программа «Экономика». В Кирове закрывается местная сеть гастрономов. Сеть «Скатерть Самобранка» объявила об этом в соцсетях. У нее 5 магазинов в городе, большинство на периферии. Например, на Красном Химике, в районе Ганина, в Нововятске, на улице Мира. Вместе с гастрономами закрывается сеть «Аптечный пункт», принадлежащий этой же компании. Причины закрытия владельцы не озвучивают. «Экономика» на 101 FM. Кировская область не потратила 2 миллиарда рублей в 2020 году. Почему? Об этом спросили депутаты ОЗС и главу регионального Минфина Ларису Маковееву, представившую отчет об исполнении бюджета Кировской области за прошлый год. Потратила область в прошлом году около 70 миллиардов рублей, это 98% плана. Судя по пояснительной записке к отчету, сильнее всего планы разошлись с реальностью в расходах на ЖКХ. В частности, на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, газификацию, модернизацию теплового оборудования. Траты сократились за счет экономии по торгам или из-за того, что со сроками подвели подрядчики. Министр заявила, что деньги перешли на исполнение обязательств 2021 года, в том числе на контракты, которые планировались на 2020, но не были заключены и, соответственно, исполнены. Экономика. Но в завершение о валютах на сегодняшний день. Курс доллара 73 рубля 46 копеек, официальный евро 89,66. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.